канал! Друзья, сегодня я очень красивые места. Ну, я вам сразу сейчас покажу, где я. Может быть, этот очень человек знает? Нет? Ой, очень холодно. Давай я одень. Давай я вам быстро покажу вам это, где это. Я посмотрите, друзья. Кто-то знает здесь? Так, у меня сзади тоже очень красиво, смотрите. Видно, да, друзья? Да, друзья, я сегодня с Таней и с Мелеком, это, друзья, мы из Стамбула! Стамбул, это Сулеймания Джами здесь, друзья. Мы приехали здесь гулять, вообще это очень холодно, это могу сказать. Так, мы оделись, там, куртка, там, все вот так, это с красным. Да, это, друзья, что мы хотели, я сейчас Масуну буду сказать, Масун, что ты вообще-то видишь здесь так как красиво, смотри, так мечеть, Сулеймания Джами, а здесь сзади, это как это я тебе сказал, это видно здесь вот так красиво, море, там этот мост, там видно, и очень, это шумно, по-моему, это ветер очень много, ну, надеюсь, меня это слушают, друзья. Так, папа сейчас снова разошлись. Ну, Масун, ты вообще-то был из Стамбула? Я очень люблю здесь, ну, так, давай я тебе покажу сейчас здесь. Так, это как Масун, давай, это я тебе хочу показать, как красиво. Смотри, там это показал, но не очень видно. Сейчас здесь тоже я покажу, вот здесь мечеть, Джамси. А вот наоборот, в другую сторону, посмотрите, как это красиво. Да, так море, там это мост. Вот так вот это вообще очень красиво. Там это называется Эмирабель, там где-то мост есть, а там это есть еще мост большой, очень большой. Но надеюсь, этот сегодня еще мы идем этот Эмирабель, посмотрим там тоже. Это я тебе покажу, вам и покажу. Так. Сейчас это я хочу это брать, это батарея. Я очень богатый. Вообще у меня сердце богатое. Вот, сейчас это же батарея. Вот так. Черекала, да? Кач танал, Джакс. Дорт танал. Ау, фаркет мэш. Ич танды санчик. Аня, я танчу. Сейчас, если это будет у нас шанс, это 1,5 миллиона, это купить квартиры. Или вот это, я буду богатым. 3-4 это лет. Ур, привет тебе. И привет всем нашим подписчикам. Друзья, привет. Ур, как хорошо тебе, что ты гуляешь, как всегда. Ну, к сожалению, я не повезло, как ты. Сегодня у меня выходной, но все равно я работаю, друзья. Почему я работаю? Потому что я сегодня буду отправить нашим посылку на Айле Текстиль. Ну, вы знаете, что у нас есть Айле Текстиль. У нас есть онлайн-магазин. Вот, смотрите, все это наши заказы. И мы будем сейчас искать и отправить на почту. Потому что наш, который они заказали, они уже ждет нас. Стамбул очень красиво, друзья, я был, конечно, там много раз. Ур сейчас там, спасибо ему, что он нам сейчас покажет еще раз Стамбул. Стамбул, друзья, совсем другой город, я могу сказать, потому что там
много-много разных культур жил, много разных людей жил. Поэтому там вообще очень крутая, и так ты чувствуешь, что это история, ты так чувствуешь, что это, как сказать, ну, совсем другая, друзья. Вот так, еще наш Катя, моя жена, друзья, он все время спросила, что давай поедем в Стамбул, но у нас всегда что-то случилось, еще я работаю, типа, да, и Стамбул, друзья, кстати, два дня не хватает, то тебе надо минимум, я так считаю, что минимум 3-4 дня надо, потому что Стамбул очень большой, много народ, то там транспорт очень сложно, типа машина тебе не хватает, иногда тебе надо на метро использовать надо, надо иногда такси, надо иногда автобус, надо иногда, как сказать, корабль, да, хотя? Корабль. Корабль. Еще иногда надо. Вот поэтому тебе надо время, все долго. Если, например, если в Стамбул, Анатолия, якасы, Аурупа, где Анатолия, где Европа, то тебе надо много поменять разный транспорт, друзья. Поэтому тебе время не хватает. То тебе надо, если честно, я бы один в неделю я бы хотел отдыхать с Катей, потому что два дня, три дня только ты можешь на вид посмотреть, например, много музеев есть, много там разные места есть, поэтому надо хорошо погулять, друзья. Вот я Катю обещал, я сказал, что я тебе отвезу туда, ну, конечно, не знаю когда, потому что это зависит от моей работы, друзья, у меня очень мало выходных, один день, Ур, например, он два дня у него выходной есть, еще он, если один день забирает, то у него 3-4 дня бывает, но у меня максимум один день. Поэтому я не могу ничего не делать. Вот, Ур, я сейчас иду, отправлю посылку. Тебе хорошего погулять. И я работаю. Конечно, это нечестно, друзья. Твой партнер, наш Ур, босс бей, все время гуляет. А Максим что делает? Максим просто работает. Вот, друзья, я куда-то приехал. На ПТТ почту, это официальный наш почту. Сейчас что я буду делать? Буду отправить нашу посылку, друзья. Я вам сказал, что сегодня у меня выходной. Ну, пожалуйста, смотрите, это выходной или нет? А? Ур, скажи мне, это выходной? А ты в Стамбуле сейчас гуляешь, а я здесь что делаю? Это честно, друзья? Думаю, что это вообще не честно. Давайте вместе пойдем и отправим этот посылку. Друзья, наконец-то я пришел, посмотрите, пожалуйста, вот нашу почту, ПТТ. Я сейчас еще одену маску, но его уже не чувствую, очень тяжело было. Посмотрим, что дальше будет. Thank you.
Да, друзья, наконец-то мой дела уже закончил. Я все посылку отправил в Россию. Еще Измир, еще Диарбакер. Сейчас закончил и мой день уже почти закончил. Время уже сколько? Уже 2 или 3. Вообще я не знаю сколько времени, но уже время почти 3. Поэтому мой день, мой выходной уже закончился. То мне уже что надо, друзья? Просто идти и спать. Или идти домой, или гулять. Мне, конечно, время уже очень мало. Лучше идти в парк с Катей и с детьми, и с бабушками, пока она здесь. И посмотрим, что дальше у меня будут, друзья. Ох так, Максим, ты там и работаешь, да? Это я видел тебя. А сейчас я буду здесь кушать рыба. Ну так это, знаешь, как это вкусно? Мне кажется, ты не знаешь. Но надо тебя попробовать за это. Потому что когда я здесь жил, то я покушал, ну это неделя, это один раз я покушал здесь. Это они тоже сейчас очень любят. Сейчас я попробую. Не могу сказать ничего, просто я хочу есть, но ты работаешь там дальше, увидимся скоро. Пока.